по-пасадски работает, да? Насколько мне известно, половина Чернухина занята уже нашими бойцами. Первый блокпост, который стоял отсюда до нас, укропы просто взяли и бросили его, убежали оттуда. Наши ж как бы ловили этот момент и поперли туда, захватили. Трофеи есть, потери тоже есть. Как еще, блин? От Чернухина до Дебальцева километров 4 где-то. Почти рядом. Это прямая дорога до Дебальцева уже получается, да? Да, да, да. Прямая дорога до Дебальцева. Это по трассе есть. Потому что по трассе прямо идешь, а поселок с левой стороны. То есть как на Донецк ехать. Ну, то есть взять Чернухина, это как бы ближе к Дебальцеву подойти. Мы сейчас туда едем, да? Да. Тут это уже. А что случилось? На противотанковую мину наехал. Вот это левое, правое колесо оторвало. Даже вот этот люк водителя вместе шапка влетел. Да? Сейчас падает. Кого? Иди сейчас падает. Падает иди? Да. Дебаль, окраин. Окраин Дебальцева? С той стороны Дебаль. Со стороны Светлодарска. А вон моя оборона укропа. Что? Я давно много лягла. А что это было? Это обстреливали укропы своих же. А, ближайшую позицию укропа? Здесь за Чернухина. Они думают, когда мы наступаем на них, они думают, что мы возьмем, они поэтому их обстреливают сами себя. Сами себя херачат, блядь. Обстреливают. О! О! Еще раз два, давай! Почистить. Пускай парням покажут, что здесь власть сила есть, не жалеть. А? Я до конца, прям выезжаешь до конца. Он потирает. Да, куда прям подбор? Только что розетка говорила, что вот с той стороны по вот этому полю выступает украинская пехота. Сейчас наш бетер поработает в ту сторону. Отработали укроповские позиции. Возможно, была прорыв укропов. Стороны Чернухина. Придавили их, показали, что мы здесь есть. Отработали с КПВТ.